Привет, с вами Эмиль Карлсон, июль 23-го года, город Аугсбург. Это Кёнигсплац. Там шли люди, поэтому камера отвернул. Многим не нравится, если тебе лицо снимают. Ну, многим не многим, но бывали такие эти. Да, вот Кёнигсплац. Сейчас обзорная такая, да? Вот там дорога называется Банхофштрассе. Идет прямо от вокзала на эту Кёнигсплац. Площадь, Королевская площадь. Правда, непонятно, почему назвали Королевской. Ну, наверное, раньше в этой области жили. Где-то поблизости был замок. Сейчас я не вижу никаких замков. Сейчас вижу вот Хессинг. Вот велосипеды стоят. Стоянка для велосипедов. Вот фонтан. Кстати, в Аугсбурге время от времени вижу людей, которые проходят около меня и говорят по-русски. То есть здесь уже есть русскоязычное какое-то сообщество. Ну что, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. Подписывайтесь на мой канал «Путешествие юмор». У меня много видео уже на этом канале. Все, что связано с путешествиями и юмором. А если уже подписались, пошлите это видео друзьям, пусть тоже посмотрят, порадуются. В общем, вот такая это Кёнигсплац. Город Аугсбург. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был А, вот, кстати, если идти прямо по Кёнигсплац, идти в том направлении, доходишь до стеклянного треугольника, где обстановка трамваев. И вот после стеклянного треугольника надо идти туда, направо. И вот когда увидишь ресторан Хуан, там будет Бетховенштрассе, свай. Там есть русскоязычное сообщество. Спасибо тем двум женщинам с ребенком, которые мне показали дорогу, русскоязычные женщины. На своем смартфоне посмотрели, где это адрес, и подсказали мне дорогу. Спасибо им большое. С вами был Эмиль Карлсон. А также у меня есть, значит, YouTube. Вы смотрите, видимо, это видео. И на Инстаграме тоже есть. В Инстаграме можете набрать английскими буквами Эмиль Карлсон 178. Это все одно слово в Инстаграме. Одно слово. Эмиль Карлсон 178. Там я публикую также фотографии от моих путешествий. Все, что связано с путешествиями и юмором. Вот один товарищ и другие товарищи. Это Аугсбург. Ставьте лайк. Чус.